Ну а здесь также овес Макс, то же самое. Здесь 3 миллиона, 2 миллион и полтора. Но здесь мы внесли 200 килограмм селитры. Есть такой визуальный эффект. Конечно, отличие от того участка, где их не было совсем. И здесь видно, что здесь участок получше, но в то же время как бы заметно все равно проявление дефицита питания. Конечно, если бы внесли мы внутрипочвенно, этого дефицита был бы он не так заметен. Вносили уже румом, именно по всходам. У нас был такой короткий период, ну, засушливый достаточно такой период. Ну, видно, что азот работает, может быть, не так равномерно, но все равно. И в то же время здесь наблюдается также этот дефицит. Так, это 3, 2, вот 1 миллион, более темный. И даже вот на 1,5 миллионах все равно есть вот это вот, ну, заметно, что здесь погуще. И как раз заметен вот этот цвет, более такой светлый, светло-зеленый. Ну а здесь вот совсем такой вот контраст. Три, два, один, полтора. Вообще классно. Вот так вот.